Я отношусь к кризису хорошо, потому что считаю, что кризис – это в душе, во-первых, это раз. Второе – это кризис – это возможности, прежде всего. Для нашей сферы это прекрасно, потому что сейчас начались отсеивать непрофессиональные салоны красоты, и прям это очень хорошо. Клиент стал ориентироваться на более дорогостоящие процедуры. Мы убрали менее дорогостоящие, например, косметологические уходовые процедуры, сделали более дорогостоящие. Это инъекционные, плазмолифтинг, вот эта вот история, она приносит больше доход, больше денежных средств приносит. Клиенту увеличился средний чек, потому что клиент выбирает отдохнуть, выбирает учиться, выбирает рожать. И это связано с нашим бизнесом, потому что женщины начинают ухаживать за собой больше, потому что мужчины начинают пристальнее смотреть на женщин, наверное, в период кризиса. А долго ли он продлится? Ну, так как я в этой сфере работаю и слышу очень много разных историй, и до меня они доходят в 15 раз быстрее, чем, наверное, доходит это в стране. Еще раз говорю, как к этому относиться? Для меня кризиса нет.